видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8, урок 14. Какие знаки арифметических действий можно поставить вместо звездочек? В записи 5 умножить на дробь 5 умноженное на 5 умноженное на 5 деленное на 5, чтобы получить 8, а затем чтобы получить 20. Итак, подставляем нужные знаки арифметических действий. В первом случае, чтобы получить 8, вместо звездочек мы везде поставим знаки плюс. Посчитаем 5 плюс 5 и плюс 5, это будет 15. Получится дробь 15 пятых. 5 плюс 15 пятых. 15 пятых это 3. 5 плюс 3 получаем 8. А теперь, чтобы получить 20. Для этого вместо первой звездочки мы ставим знак умножить, вместо второй звездочки также знак умножить и вместо третьей звездочки знак вычитания. Посчитаем. 5 умножить на 5 будет 25 и отнять 5 – это 20. 5 умножаем на 25. 25 – это 4. 5 умноженное на 4 мы получаем 20. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.